Это «Вокальная клиника», и сегодня мы поговорим о том, что такое микст. Давайте разберемся, что же такое микст. Это слово пришло к нам из английского языка, что в переводе на русский означает «смешивание». В данном случае это смешивание тембров грудного, головного, которое происходит в назальном резонаторе. Спасибо, Санта. Многие упражнения, которые мы делаем, могут показаться на первый взгляд смешными, но на самом деле они очень действенные. Сейчас мы продемонстрируем одно из них. Немножко утрируем звук. Хорошо, еще. Для того, чтобы добиться хорошего результата, эти упражнения можно и нужно делать каждый день, но не стоит перегружать свой голосовой аппарат. Владение таким приемом, как микст, сделает ваш голос гибким, ярким и подвижным. Ведь не зря говорят, что микст — это пение на $1 000 000. Хочешь стать лучшим? Занимайся лучше.